Постигать тонкости двигателестроения и знакомиться с русской культурой. Студенты из Китая приехали в Самарский университет имени Королева для занятий в международной зимней школе. Я очень рад и счастлив находиться здесь вместе с моими однокурсниками и друзьями. Мы хорошо добрались. Надеюсь, что получу здесь много интересных знаний о двигателях. На занятиях в зимнюю школу производства и испытания авиационных двигателей прибыли 18 студентов и один преподаватель из Северо-Западного политехнического университета Китая. Этот вуз специализируется на образовании и научных исследованиях в области авиационной, космической и морской инженерии. Этот вуз с нами давно уже сотрудничает. Мы с ними реализуем совместные программы бакалавриата. Также они не первый уже раз приезжают к нам на летние и зимние школы. Мы очень их ценим, потому что студенты зарекомендовали себя как сильные студенты, они приезжают уже с базой знаний к нам. Соответственно, нам очень приятно и комфортно с ними работать. В Самаре китайские студенты будут обучаться 2 недели. Все это время их будут сопровождать волонтеры. Мы постоянно с ними, чтобы любой вопрос там, им помочь, там что-то принести куда-то, отвезти, потому что они теряются, у них там испуганный взгляд сразу. Летние и зимние международные образовательные школы реализуются в Самарском университете с 2015 года. Привлечение иностранных студентов – один из приоритетных проектов, которые реализует вуз. У нас сейчас иностранные обучающиеся почти из 70 стран мира. И китайских студентов у нас достаточно много, поэтому мы рады расширению сотрудничества с различными провинциями Китая. Мы всех здесь ждем, потому что именно это сотрудничество сейчас рассматривается нами как один из приоритетов. Помимо лекций, студентов из Поднебесной ждет насыщенная программа. Походы в музеи, в театр оперы и балета, обзорные экскурсии, празднование Дня студента, изготовление сувениров, дегустация национальных блюд и занятия зимними видами спорта. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.